И мы выезжаем на Принц Эдвард. Нашли квартиру, мы поменяли права, мы поменяли страховку на машину, мы почти оформили страховку на этот на проживание. Мы так и дрыхли в машине. Мы уже вышли из Скошиабанка, заняло суммарно минут 20, наверное. Вот это круизный лайнер. Мне дали вот такую вот книжицу. Официальная дата найма 19 августа 2019 года. Всем привет! У нас доброе утро. У нас почти 9 утра. И мы выезжаем на Принц Эдвард. Приехали в Балк. Вот они, красные траки стоят, красивенькие. Витька, короче, пошел общаться с HR, спросить, когда он может приступить к работе, когда там будет Dragon Alcohol тест. Ну, его должны на тестирование, как водитель, уже отправить. Сол, я пока сижу, жду. Через часик мы договорились поехать посмотреть одну квартиру и, если что, потом вместе проехать к риэлтору, если нам, ну, квартира, в принципе, мы уверены, что она понравится, поехать к риэлтору. Там как раз ребята с этой квартиры хотят съехать в начале сентября, а нам было бы идеально тоже заселиться в начале сентября, так как у нас жилье в Монктоне проплачено до конца августа. Вот такие дела. Если сегодня с квартирой решится вопрос, то сразу получится подписать вот этот годичный контракт, то это будет, конечно, очень круто. Тогда у нас уже постоянный адрес появится, и тогда теоретически можно будет сразу поехать здесь переоформить права, Витины права на местные, на Prince Edward Islands, айлендовские. И, возможно, даже получится уже сразу проехать в банк, мы хотим в Скошиабанк, ну, как минимум, назначить appointment для того, чтобы потом в будущем открыть там счет и так далее. О, ребят, какой сегодня длинный день, офигеть! Почти 5 часов вечера, и мы очень много сегодня сделали, но это было прям ву-ву-ву-ву-ву. Очень продуктивный понедельник у нас. В итоге я зашел в Балк, там минут 10 подождал, пока Бен освободится, к нему поднялся. Он мне сказал, что молодец, что там закончил все вот эти онлайн-курсы. То есть, да, чем быстрее все это сделаешь, тем лучше. Он забыл отправить мне еще одну ссылку, он мне ее отправил. Говорит, ну это легкий курс, говорит, его пройдешь быстро и все. Я у него спросил, какие дальнейшие действия, что мне нужно. Он мне дал еще несколько бумаг там заполнить. Кстати, про Life Insurance там было, про мою Life Insurance. Я в тебя вписал в качестве получателя, если вдруг чего. Получателя... И там можно было процент указать, сколько тебе. Я написал 100% тебе. Okay. Вот, потом там еще какие-то дополнительные вопросики были по поводу того, у spouse, у wife есть ли тоже свое insurance, health и dental, что-то еще там. Прикольно, ну то есть что-то они будут давать, это хорошо. Бумажки позаполнял туда-сюда, он мне сказал, что тебе нужно будет сейчас права. А, тебе сначала нужно найти жилье. То есть найти здесь жилье и оформить его на себя, взять контракт на аренду на год. И после этого, получается, это у тебя будет один документ, подтверждающий твой адрес. Второй документ, подтверждающий адрес, это, говорит, будет письмо от нас. Поэтому, говорит, как только ты найдешь квартиру, ты говоришь мне, я делаю тебе это письмо на фирменном бланке компании о том, что, типа, такой вот сотрудник действительно живет по такому-то адресу. Написал ручкой, какой адрес они мне... Сделали это письмо на месте. Вот. А адрес-то какой получился? Егор Черепанов, короче, очень сильно помог нам и подсказал, что у него сосед съезжает. Сосед работал в Seafood, переходит сейчас на работу в McConnell, то есть он в Нью-Брансик переедет, в Вудсток. И у него был договор лиз на год, он месяц прожил, сейчас вот будет уезжать. Говорит, может быть, получится его квартиру сразу перехватить. Договорились, приехали сегодня, с его женой встретились. И она нам сразу показала квартиру, ну, в которой они сейчас живут. Квартира прям классная, честно сказать, мне очень понравилась. Она идет
двухбедрумная. Мы как бы не рассчитывали на столь большую квартиру, но они сказали, что у них типа один бедрум, два бедрум, там разница в цене небольшая. Но раз уж сейчас есть квартира, которая освобождается, она два бедрум, и ну типа возьмите ее. По цене, кстати, 869, ну, $870, и дополнительно оплачивается интернет и электричество. Все остальное входит. Мне очень понравилась квартира, я прям теперь уже не могу дождаться, когда мы въедем и будем там жить. Ну, она не суперская, не классная, не новая там, то есть там, в принципе, как это сказать, техника, оборудование, то есть да, ну, все такое. Старое стоит, но оно работает и нормально, просто на самом деле даже приятен тот факт, что мы там будем сами жить, вот, да. вот это более приятно, нежели... Как там все? Там большая ванна, большие шкафы встроены, вот эти, большая кладовка сразу при входе. И то, что у них называется два бедрум, по-нашему это, скорее всего, будет трехкомнатная. Потому что у них зал не считается. Да, у них зал за комнату не считается. Он типа как бы объединен с кухней, но он вообще, ну вот конкретно в этой квартире он вообще не объединен, поэтому это прям полноценные три отдельные комнаты. Квартира прям большая, просторная, и там, ну, балкончик. Короче, супер приятно. Ну, нам двоим за глаза вообще. И даже будет, ну, если вдруг кто-то к нам приедет погостить, то будет место, где расположить, это круто. Вот, мы в итоге посмотрели квартиру, взяли вот эту жену вместе и поехали к тем, у кого они арендуют, получается. Там на месте нас спрашивают, типа, ну, по какому вопросу вы пришли. То есть мы такие, ну, это же нам надо. Мы давай первые рассказывать, что вот так и так. Мы ищем квартиру. И как раз сейчас вот так сложилась ситуация, что вот ребята будут съезжать. Мы бы хотели в их квартиру заехать. Мы посмотрели, нам все понравилось. То есть нам почти что сказали, не-не-не-не-не, так не работает. Но в этот момент та вмешалась жена, которая... И она там уже, оказывается, ну, заобщавшаяся была до этого с женщиной, которая там работает. И она с ней там, вот, типа, классные ребята, они очень чистоплотные, там, то есть, да, наши друзья, мы с ними давно знакомы, короче, зачесала их. Да, она вообще, это прям нам супер повезло, что она пошла, я начала с ней говорить, что вот, вот представляете, нам в связи с тем, что там... Ну, она, во-первых, рассказала свою проблему, то, да, есть, да, ну, да. То что им пришлось что-то нам поменять. Нам приходится съезжать. Сюда, к сожалению, у нас там, вам, нам у вас так нравится, у вас так хорошо, все чисто, хорошо. Вот. Ну, она прям правильно зашла и прям такая джук, красиво сделала. И все, и пошла. Ну, просто на месте все переделают, нам дают, вот, вы должны заполнить это, подпишите, все, оплатите, ну, там, депозит получается в первый месяц. И мы просто на вот так вот. Да, буквально за полчаса, ну, ладно, за час оформили себе квартиру, в которую мы будем въезжать. То есть у нас уже один документ есть. Я сразу говорю этому Бену в балке, так и так. Что вот один есть, я сейчас приеду за вторым, сделайте мне, пожалуйста. Приехал, адрес написал, он мне сделал. Мы выехали оттуда и поехали сразу в Access PI. Заполнил заявку на то, чтобы сменить права с Ontario на PI. Там под, ну, написано, что два proof of address надо. И у меня женщина, которая на ресепшене, спрашивает, что у тебя за proof of address. Я ей показываю, что вот чек о том, что я оплатил первый, ну, депозит за договор на аренду, короче, то, что я оплатил. Там мое имя, адрес, все правильно, как указано, короче. Она посмотрела и говорит, вот этот чек не пойдет. То есть письмо от компании пойдет, как доказательство адреса, а вот этот чек за оплату не пойдет, нужен сам договор аренды. Мы такие, блин, ну сказали, что подойдет. Она говорит, нет, я вам говорю, что не подойдет. Окей. Время 2:30. Они закрываются в 4. То есть полтора часа у нас. Так быстро-быстро поехали туда же, где мы сняли этот, попросили их, чтобы они нам сделали сам договор, копию. Они кое-как выписали нам договор, окей, мы поехали туда. И как раз подошла очередь, которую я взял тогда еще. То есть, капец, хорошо, что талончик не выкинул. Пошел, там попалась очень классная тетенька, она прям супер милая. Мне все так опять все разжевали, все рассказали, все как надо. И единственное, она говорит, блин, ну... По идее, мы не можем поменять. У меня получилось, что я до сих пор здесь на текущий момент был с GZ правами, пластиком, и А отдельная, ну, temporary, которая временная бумажка. Вот. Получилось так, что она говорит, блин, ну мы не можем это поменять.
просто так. Я говорю, ну я прошел же, ну типа у меня все есть. Она говорит, ну мы не можем просто так поменять, потому что нам нужен driver's abstract и CVR, короче. Я такой, а у меня есть? Она такая, да? Я говорю, да. Короче, показал, и она говорит, да, да, это подойдет, все. Я говорю, сейчас чисто копию сниму. Копию сняла со всего этого, и все. Сделала, получается, мне exchange. Не нужно было сдавать, кстати, airbrake adjustment, потому что буква Z есть на temporary license. Вообще ништяк. Вот, и все. После этого она мне там, ну, оформляла бумажки, я у нее спрошу. А вот у меня у супруги, говорю, она без СИН-номера, поэтому на нее ничего мы не оформляем. Все оформляем на меня, говорю. Поэтому у нее никаких proof of address нету, кроме вот этого договора аренды. Она говорит, а ей не нужно, если она ваша жена. Вы в качестве гаранта выступаете, что адрес действительно. Я такой, ништяк, где подписать. Вот, и все. Айкона. Я в это время сидела в машине и очень долго разговаривала с TD Insurance, потому что это, ну, там, где мы оформили страховку на машину. И, ну, это одна из тех компаний, которая согласилась нам в статусе туриста еще оформить страховку на машину. И я, получается, ну, все, у нас есть адрес, я им звоню, у них все по телефону делается. Вообще им ничего не надо. Единственный минус то, что телефонные разговоры получаются очень долгие, потому что, да, они досконально все спрашивают, и ты должен, ну, у них звонки записываются, и, ну, должен очень так четко отвечать, да или нет, там, окей, не окей. Вот, получается, система у них какая? Они сказали, что вам нужно будет сделать cancellation на страховку в Онтарио, а здесь оформить новую страховку. Но там у вас не будет никакого штрафа за отмену страховки, так как вы здесь тоже продолжаетесь TD Insurance. Просто там легально, это немножко разные юридические лица и так далее, поэтому мы не можем вам просто в полисе поменять данные, ну, нам приходится физически новый полис выписывать. Ну, я такая, окей, короче. У нас страховка упала со $195 до $87 в месяц. Я говорю, ну, и он не знает, сколько мы платили, он этого не видит. Но вот здесь он мне сумму озвучил, и я говорю, мы там, в Онтарио, платили почти $200. Он говорит, ну, в Онтарио одна из самых дорогих, особенно вот там близ Торонто. Торонто одна из самых дорогих страховок. А остров одна из самых дешевых страховок вообще по всей Канаде. Я такая, ничего себе, говорю, мы выбрали хорошую провинцию. Он угорает, да, говорит, ну, типа, вы хорошую провинцию выбрали. Поэтому, то есть, как только у нас появился адрес, мы сразу же поменяли его, чтобы у нас упали платежи в страховке. Потому что $200 ежемесячно, ну, это чувствительно, 8-7 уже не будет, будет не так, да? Я, значит, разговариваю по телефону и получаю смс-ку от Вити, что иди сюда. Я подхожу, а там реально какая-то очень милая, ну, вот, девушка, женщина, да, которая сидит и оформляет. У них прям, по идее, надпись, табличка, что, пожалуйста, не говорите по телефону, когда вы, ну, работаете, вот, типа, с, ну, как по-нашему говорят, с менеджером, да. А я в наушниках отвечаю там на вопросы, параллельно, она мне просто, первый вопрос у нее был, это ваш муж? Я говорю, да, я даже ей не отвечаю, просто головой махаю, она угорает. Вы, говорит, точно его знаете? Я говорю, да. И она такая, ну, я там, что надо, быстро-быстро подписала, отдала, рядом стою просто. И она уже, ну, видишь, что я по телефону разговариваю? По идее, могла бы сделать мне замечание, да, или сказать, давайте вы там... Но она нет, она такая, типа, там надо что-то еще подписать, или там видишь, что я не реагирую, я там могу куда-то в другую сторону смотреть, она Витьке говорит, ну, типа, вот здесь там то-то, то-то. Еще главное, тихо говорит, чтобы мой телефонный, незаконный телефонный звонок не перебивать. Это прям прикольно. Но здесь... Реально, в провинции люди, конечно, другие. Иногда прям супер добрые встречаются, и это прям пока что нас это еще поражает, это и привыкаешь, конечно, к такому хорошему очень быстро, но это вот мы сейчас это так сильно ценим, что я надеюсь, что оно так и останется. Да, не, ну я на самом деле ей сказал в какой-то момент, что, извините, она, говорю, просто сейчас разговаривает по поводу страховки tenants insurance, ну, то есть страховки жилья. Поэтому, говорю, там очень долгий разговор, и она просто так не может повесить трубку. Она такая, да-да-да, окей-окей. Вот. В итоге мы получили права, временные мне, временные Айконе. Через 2 недели придут пластиковые. Да. Временные — это просто совсем бумажка. В Онтарио эта бумажка хоть какая-то, она типа как сертификат выглядит. То есть она
ну, с водяными знаками такая вся, типа, более-менее хотя бы какая-то безопасность. Здесь нет, просто А4 отрублено пополам, и черной краской напечатано, и все. Никаких этих. Никаких, это не бланк, ничего, это просто реально А4. И мы сейчас вот заехали уже, блин, тоже там за полчаса до закрытия заехали в офис, который порекомендовали нам именно то, ну, те риэлторы, у которых мы снимаем, сказали, вот, в основном наши у них страховку оформляют, к ним заедьте, они нас знают, там, то-то. Дешевую страховку делают. Да, и мы к ним заехали, и здесь нам сделали 109, посчитали $109. Ну, то есть, ребят, вы понимаете, да, какой это был длинный день, как много мы успели сделать, время 10 минут шестого, мы приехали сюда около, ну, 10:30, наверное, да, 10:30 утра, то есть не так уж прям рано, но мы нашли квартиру, мы поменяли права, мы поменяли страховку на машину, мы почти оформили страховку на этот на проживание. Она сказала, как только заедете, к нам придете, я вам просто распечатаю, мы там дату поменяем и все. Что мы еще сделали? Мы не завтра, мы не кушали. И все это время мы нифига не ели. Я уже даже особо не чувствую голод. Просто надо пойти похавать. И, и мы поболтали с Беном, и, в принципе, столько всего сегодня сделалось. Продуктивно. Мы еще позвонили в Скошабанк и назначили на завтра на 10 утра здесь, в Шарлоттауне, appointment с ними для того, чтобы, ну, нам поговорить, там, мы хотим открыть счет для ньюкамеров. Потому что в Скошабанк самые лучшие, ну, вот на данный момент все нам советуют самые лучшие условия, и они быстрее выдают кредитки с хорошим лимитом. Лимит, правильно же я сказала, да? Поэтому сегодня мы остаемся здесь ночевать. Пока не знаем где. Да. Airbnb забит напрочь. Я готова в машине спать. Мне пофиг, вот честно. Возможно, придется в машине спать. Посмотрим. Ну, короче, классный понедельник. Солнышко за тучу сейчас зашло в данный момент, и только местами радугу видно, видимо, куда лучи солнечные пробиваются, там видно радугу, прям прикольно, она прям местами есть. Красота начинается. Вот это вот звуки, это Витина сотка снимает таймлапс, и мы не подрасчитали, сделали их слишком громкими. А теперь двигать телефон нельзя. Thank you.
закончился закатик. Красиво. Я же музыку выключил. Музыки нету, это она просто кривляется. Что вы думаете? Мы так и дрыхли в машине всю ночь. Было холодно. Прям холодно. То, что неудобно, это фигня. В принципе, ожидаемо. А то, что холодно, я не ожидала. Как вы думаете, кто это ползает? Он похож на маленького крабика или лобстера. Чешется. А там по мостику, если идти, пляж, вот на котором мы вчера заказ встречали. Вот здесь вот такой уличный душик, да? Здесь мужские раздевалки и душевые. Сколько вот там штук? Штуки 3, наверное, точно есть, да? Витя говорит, пойдем покажем. Тут, кажется, кто-то убирается, нет? Ну, вот это, короче, раздевалки, а там дальше душевые, 3 душевые, да. Угу. А здесь просто туалеты. Ничего особенного. Точно так же с женской стороны. Ну и там есть горячая вода. А, это солнечные эти? Я даже думаю, что это не солнечная панель, это больше воду нагревать. Вот что-то такое интересное на крыше, короче. Трубки. Причем работает 24 часа, я так понимаю. Ну, они не закрывают их на ночь, мы вчера тут. Но мы не поздно, мы часов 9, в 10 вечера ходили, все еще было открытое. Принимали душ, здесь зубы чистили. Сейчас нам уже надо ехать, у нас 10 часов в appointment в Скошебанке. Находимся в даунтауне, идем пешочком до Скошебанк, потому что тут везде платная парковка. Мы отъехали подальше, машину оставили, теперь пешком идем. Вышли из Скошебанка, заняло суммарно минут 20, наверное. Нам открыли совместный аккаунт и дали 2 карты. А вот эта Айконина, и у меня точно такая же, Скошебанк, красненькая. И она SIM-карт, то есть будем расплачиваться вот этой картой, и мы будем получать SIM-поинты, и рано или поздно накопим на бесплатный халявный билет в киношку. Хотела быстренько сказать о том, что супер приятно то, что здесь вообще без проблем открывают один совместный аккаунт на 2 человек. Счет в банке. То есть, что в BMO у нас совместный счет, что вот в Скошебанк мы сейчас сходили, вообще, говорит, без проблем. Ну, потому что мы сказали, мы муж и жена, но они никогда у нас не спрашивал подтверждающих, ну, там, типа, свидетельство о браке, вообще никто не спрашивал. Единственный раз, когда его смотрели, это вот на границе, когда меняли мы статус. Что классно, нам не понадобилось вообще никаких денег для того, чтобы открыть счет. То есть не нужно ничего вложить, ты просто приходишь и открываешь счет. И для ньюкамеров у них первый год обслуживания бесплатный. Пришли завтракать, тут много картин висят. Вот это нам знакомо. И это правда, оказывается, Кевендиш пляж. Омлетик-то с бекончиком и грибочками. Очень вкусно. Вайконы. Вайконы называются веджи. Из мяса с овощами.
болгарским перцем. У меня грибочки тоже есть. Да? И тосты, кстати, вкусные. Угу. Сася, я погуляю, говорит, хозяин догнать. Вот это круизный лайнер. Вживую он капец огромный. То есть вон те вон маленькие окошки. Даже не осознаешь, насколько это далеко. Я сходил в банк, они отсерили все мои права, все по банковскую информацию, какую нужно. Все, договорился я, что в понедельник, это получается 19 число, в 8:30 утра я должен быть здесь. Все, начинается уже, так сказать, работа тренинга. Официальная дата найма 19 августа 2019 года. Мне дали вот такую вот книжицу, вот столько здесь страниц. Все показывать не будем, но вот здесь есть содержание, так называемое. И здесь все, что здесь по главам вот так вот каталогизировано. Очень круто каталогизировано, на самом деле, ну, прям. Мне надо все это знать, не обязательно наизусть, но я должен со всем этим быть, как бы, знаком. Вот. И все, это поможет мне в дальнейшей работе. Тут описан весь процесс работы, по сути. Я дрыхла всю дорогу. Мы, короче, уже приехали домой, ребят, поэтому все. Давайте на этом. Пока-пока.